21 апреля 2015 год. Ветер в камеру опять дует. Там собака лает. Такое озерцо здесь небольшое. И посередине остров с домиком. Ага. Смотри, какая грязная вода, там водоросли растут. Видишь? О, нет. Рыбы плавают золотые. Где они? Вон. Вон дохлая плавает. Пошли. Нет, где лодки нету. Сейчас пойдем там храм посмотрим. Пойдешь. Ну, пойду. Это провоз едет. Вижу рыбу. Первый советский переулок. Офигеть. Ой, цветики. Это. Где эти цветики? Вон мать. Да. Желтенький. Ну не надо их доставать. Кто пошел? Упадешь туда, и все, мы тебя не достанем. Где рыбки? Я не вижу рыбок. А там дохлая плавала рыбка. А вон там что за этот балаган? Рыбу ловит, что ли? Пойдемте. Ага. А тут частный сектор. Вчера снега нападало, я думал, не растает, а он весь растаял за ночь. Да, мы хотели снеговика лепить. Здесь монастырь женский. Там такая прикольная церковь, красивая. Даже часы есть, 3 часа показывают. Прикинь. Давай, потому туда побиться. Да, у нас там 6, тут 3. До сих пор такое небо черное. Классная такая погодка, березки. Дениневская библиотека, поселковая библиотека. Вот ворота. Ходите, кто хотите. Туда, потом. Туда? Да. Ну, сейчас зайдем. Туда. Классно. Туда, да? Ну пошли туда, пошли. Запустят нас? Люди. Люди ходят. Вот церковь. Или это храм? Со звездами на крыше. Тут, по-моему, вот еще одна. А это, наверное, может, молебный дом какой-нибудь. Работает, работает, интересно. Ветер в камеру дует. А это самое. Укутайся. Уже цветы сажают. Чуть-чуть прогуляемся, пробздимся. Может быть, 11:30. А, елка, елка! Нельзя! Елка! Нельзя! Елка, елка! Могилы чьи-то. Елка, елка! Елка, елка! Что там написано? Мария. Серафима и Мария. Где? Это вот. Мария. Это. Что, дальше не пойдем? Нет. Я тебя увидел. На лавочке. А, на лавочке. Вон большая, огромная. Киска. Ветер задувает, блин. Где? Убежала уже. Где? Вижу ее на лавочке. Такой большой. Огромный мостик. Еще все эти розы укутанные, да? А, это просто мостик. И типа 2 корыца. А я думал, тут типа речки. А там больничка эта, да? Основана в 1901 году. Где это такое? Сад тут, огород прикольный. Ну а как? С другого ракурса. Колокола. Колокола.
колокола. Вон колокольник такие здоровые, ну-ка сейчас я их поближе возьму. Хотя не видно все равно. Я тут сейчас сниму колокольню. Ну, ты вообще слышала, да? Может быть, они и звонили на Пасху. Но вообще не за деньги звонят. Обычно. Вот у нас, я знаю. Там черная кошка. У нас такая же была. Только кот. Наверное, кот черный. Такая волосатая. Прикольно. Классно. Шли, смотрели, смотрим, написано «Обама, чмо на машине». Прикольно. Такие веселые люди у нас живут. Тебя тоже снять сейчас досниму. Прикольно. Обама чмо. Ржать.